Fuel section или fuel contractor, или по-другому калькулятор потребления топлива машиной. Давайте я расскажу подробно, как он работает. Давайте сначала его скачаем. Нажимаем вот сюда. И устанавливаем. Нажимаем вот сюда. Установили. Я его уже установил, как вы можете видеть. Смотрите. Километры. Сколько машина проехала? Ну, а не. Ну, вот, например, смотрите. 10 на... Ну, например, 100 на 10. И здесь поставлю 19, к примеру. И смотрим. Неправильно. А почему же? Смотрите, я расскажу. Смотрите. Здесь 10, к примеру. Здесь 5, а здесь 19. Потому что это объем. Ну, по идее, должен быть больше. Правильно? Смотри, рассчиталось. Что получилось? L10. 100 километров может проехать. И примерно потребление, примерно. 190 пропьет. Ну, вот как-то так. Также можно его сохранить, если вы хотите. Для потребления, если вы хотите куда-то себе положить, как заметки, нажимаете «Скачать», и оно у вас скачается. Смотрите. Раз. И выбираете, куда сохранить. Я не буду сохранять, но если вам надо, вы можете сохранить. Также есть функция, сейчас покажу, какая. Можно выбрать какой-то автомобиль, например. Сейчас покажу. Конкретный. Ну, например, вот, ну, если найду вас, можно тут... Вот, ну, вот, например, вот это, смотри, 55, вот, например, вот, смотрите. Здесь, вот, показатели я попробую сейчас те же, если вспомню. 10 и 19. Ну, примерно, вроде так было. И уже почти совпадает, но есть отличия. Также вот здесь километраж пишется. Также, если все переведете, вот, покажу даже с переводом, что здесь хоть набуравлено. Нажимаем и переводим. И получается, что 10 литров на 100 километров. И вот тут вот путь. И вот здесь рассчитывается все 19 литров. И тык-тык-тык. И получается вот столько вот метров. Так, ну, в целом расширение очень простое, я смотрю. Но... Кому интересно, можно попробовать рассчитать. В принципе, я посмотрел, оно вполне, если вот, если попробовать вот именно точно вот ввести правильно данные, то оно, в принципе, очень хорошо рассчитывает. Я проверял, но сейчас у меня, к сожалению, я не смогу прикинуть какие-то данные. Но вы, я понимаю, вы очень умные люди, кто смотрит меня, значит, вы сможете это сделать. Ну, если вы очень умные люди, вы же додумаетесь, я надеюсь, поставить большой палец, подписаться на мой канал и не пропускать мои новые ролики. И всем спасибо, и до свидания. Всем удачи и пока!